Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня я вам покажу, как сделать превью на видео за 2 минуты. Легко и просто. Первое, что вам нужно сделать, это написать фоторедактор. Я пользуюсь, ну, в принципе, я ссылку на него оставлю в описании, если не хотите искать. Вот. Я лично не пользуюсь, я не умею пользоваться этими самыми, сложными программами, вот этими всякими. Я считаю, это не нужно, главный контент. А не в этом. Ну, я покажу, как я это делаю, и вы сможете сделать быстро, если вы там спешите, быстро превьюху там за 2 минуты херачнули, и хорошо. Так вот, фон у нас есть, и будем делать превью, как, ну, связано с нашей темой, как сделать превью за 2 минуты. Так, сначала делаем вот так вот. Это такой эффектик. Ну, тут много рамок, смотрите, можете выбрать. И такие эффекты есть, ну и так далее. Так, теперь что нужно нам сделать? Резкость. Ну, это лично я показываю, как я делаю. Вы можете по-другому делать, в принципе. Но я делаю вот так вот. Теперь текст. Тут много текстов разных. Но я пользуюсь только этим и вот этим. Так, давайте напишем. Как сделать превью за 2 минуты. Минуты, давайте вот так, маленькими буквами. Давайте попробуем какой-то такой фон взять. Так, чтоб красиво все было, нажимаем вот эту штучку посередине. Выбираем вот так вот. И, в принципе, можно и так делать. Ну, сейчас мы с этим разберемся. Так, я включена тень у нас, да? Так, черненькое сделаем. Ну и цвет, думаю, сделать, в принципе, белый нормальный. Но. Так, теперь что нам нужно сделать? Здесь много выборов разных текстов, текстовых видов, точнее. Можно и такой, такой. И такой. Еще раз делаем эту дичь. В принципе, я считаю, здесь ничего не надо. Ну, вы не переживайте, мы еще все сделаем. Так, здесь можно сделать размер. Или можно сделать размер вот так вот. Допустим, я хочу это вот так вот, чтобы было. Ну, текст я не хочу убирать. Ну, можете выбрать. Здесь есть всякие стикеры новогодние. Много здесь всяких стикеров есть, какие вы можете поставить. Так, давайте я даже продемонстрирую речевые области. Вот. Что бы такое поставить? В принципе, ничего такого я ставить не буду, наверное. Здесь можно сделать фон и так далее. Так, температура, насыщенность, в принципе. Можно насыщеннее сделать. Так, этот ластик нам не нужен, наверное. Так. Стоп. Применить, да. Так, это мы сделали. Здесь можно регулировать картинку под уровень, как вы хотите. Хотите вот так вот. Хотите вот так вот. Но мы нажмем отмена, и все будет у нас. Можно обрезать. Но здесь много функций, в принципе, и мне это нравится. Давайте еще продемонстрирую текст вам. Можете здесь легко сделать, просто подберите фон или картинку, какая вам нужна. Так. Так. Можно написать Кирилл Гейм, либо что-то еще. Так,
это не то. Вот это нормально, в принципе. Давайте напишем Кирилл Гейм. Это нам не нужно. Вот это можно сделать. Фон черный пусть будет. Тоже пусть белая будет. Так вот сделаем. Можем так вот сделать. Может побольше. В принципе, нормально. Но я вам легко показываю. У кого фантазия, я лично так делаю. В принципе, у кого фантазия большая, то он здесь может много чего сделать. Ну, в принципе, потом нажимаем сохранить, скачать. И окей. И картинка скачивается, естественно. Потом мы... Ну, я лично так делаю. Открываю, вырезаю и вставляю. Думаю, так вообще классно будет. Ну, думаю, я вам помог. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите, играйте. Всем пока.